Семена томата Алая Каравелла F1, Алая Каравелла F1, относятся к высокоурожайным индетерминантным гибридам первого поколения. Плоды на растениях хорошо завязываются в любых погодных условиях. Кусты по всей высоте стебля формируют крупные плодовые кисти, в которых насчитывается по 8-11 томатов. Как стебли, так и тяжелые кисти с плодами следует подвязывать к опоре. Аккуратные небольшие, практически одинакового размера томаты этого сорта подходят для свежего употребления и для консервирования. Плоды не склонны к растрескиванию и осыпанию. Сорт рекомендован к выращиванию на приусадебных участках и в коммерческих хозяйствах. Томат Алая Каравелла F1 – это однолетнее растение. Томат прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. В качестве места выращивания томаты прекрасно устроит телепца А и открытый грунт. Томат Алая Каравелла F1 имеет среднеспелый срок созревания. Плоды томата созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 130-150 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода овальная. Цвет плода ярко-красная. Вкус сладкий, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.